По статистике, россияне съедают около 500 000 тонн мороженого за год. Некоторые виды этого лакомства дошли до нас еще с советских времен. Так, традиционным символом эпохи считается эскимо. Первые десятилетия оно было исключительно продуктом ручной работы. Палочку, кстати, прикладывали отдельно. В 70-е годы появилась лакомка за 28 копеек. Появлялась на прилавках редко и практически сразу же исчезала. Таким было вкусным. Одним из самых дорогих мороженых был пломбир за 48 копеек. Стоимость определялась размером порции 250 граммов. Своим легендарным вкусом это мороженое обязано ГОСТу, по которому производилось. Он был введен в марте 41 года и считался чуть ли не самым жестким в мире. Только натуральные составляющие и никакой химии. Не таким популярным и дорогим было плодово-ягодное мороженое – 7 копеек за стаканчик. Вкусы самые разнообразные – лимонное, ананасовое и даже томатное. Каким это мороженое было на вкус, помнят немногие пермяки, зато вкус пломбира советских времен вспоминают до сих пор. Ну, пломбир вот был он такой вот в пачках, ну, такие вот большенькие, вот такой. Сейчас его нету. В то время было так, сливочное, по-моему, было вкусно. Вкусно, пломбир был. Наполнители такие, ложечкой наполняют, вот, удавляют, и вафельки круглые, вот, были квадратненькие. Хорошее пломбир, вкусное было мороженое, по 18 копеек, по 15. По 10 копеек. Было в стаканчике очень вкусное сливочное мороженое. Сегодня на прилавках магазинов десятки самых разнообразных видов мороженого. Самое популярное – пломбир. Чтобы вкус порадовал, выбирать нужно правильно. Состав мороженого натурального – это смесь из натурального цельного коровьего молока, либо сухого цельного молока с добавлением сливочного масла, с добавлением сахара, сгущенного цельного молока, с добавлением обезжиренного молока и с добавлением сухого обезжиренного молока. Обязательно в состав мороженого входит стабилизатор эмульгатор, для того, чтобы вот эту консистенцию мороженого поддержать. Лучше всего, когда стабилизатор эмульгатор будет натуральным. Такие стабилизаторы, как агар-агар, желатин, камень рожкового дерева. Если мороженое из магазина вам не по душе, это лакомство можно приготовить и в домашних условиях. Потребуется 3 яйца, стакан сахара и стакан взбитых сливок. 2 яйца, желток и сахар смешиваем на водяной бане, охлаждаем, добавляем взбитые сливки, снова все хорошенько перемешиваем и отправляем в морозилку на 7 часов. Готовый десерт можно украсить фруктами или шоколадом.